Полицейским удалось найти мать-кукушку. Своего малыша она бросила на автовокзале Кустаная. Как выяснилось, 22-летняя женщина уехала в Астану. Свой поступок женщина объясняет отсутствием постоянного места работы и отсутствием денежных средств на содержание ребенка. Своего годовалого сынишку 17 июня женщина оставила в комнате матери ребенка Костанайского автовокзала. Рядом с ним были пакет с чистой одеждой и бутылочка для кормления. Малыша отправили в дом ребенка. Полицейские распространили его фото и нашлись люди, которые узнали и сообщили имя матери. Через 10 дней женщину задержали в Астане. Теперь ей грозит уголовная ответственность за оставление ребенка в опасности. Наказание – штраф до 220 тысяч тенге, общественные работы, либо арест до 45 суток.